Блогер и сотрудник самарского ГИБДД Ольга Шелест рассказала, что делать и куда бежать, если у вас скрутили или украли регистрационный номер. Сделать его дубликат сейчас проще простого, утверждает Шелест. Существует список аккредитованных фирм не при ГИБДД, а именно государством, имеющих право изготавливать номера гособразца. Кому попало, обращаться не стоит, так как у этой процедуры есть свои требования. Все-таки на пластину должны быть нанесены защитные голограммы и светоотражающая пленка. В Самаре список таких фирм есть на сайте ГИБДД. Чтобы заказать дубликат номера, нужно захватить с собой паспорт, ПТС и свидетельство о регистрации. Машину предъявлять не нужно. Номер изготавливается всего за 5 минут. Стоимость этого удовольствия от 1,5 до 2 тысяч рублей. Блогер Чаныч 85 продолжает экскурсию по заброшенному сызранскому сажевому заводу. На этот раз автор рассказал про единственный относительно хорошо сохранившийся заводской корпус – трехэтажное здание администрации. На первом этаже – проходная, раздевалки, медпункт, узел связи и вент-камера. На втором – лаборатории, склады реактивов и помещения, связанные с работой с химикатами. На третьем – актовый зал, администрация, бухгалтерия, комната профсоюза и техники безопасности. На полу одного из помещений была разбросана куча противогазов. А в одной из раздевалок даже сохранился такой вот раритетный фен для волос, пишет блогер. Самарец Дмитрий Левуков рассказал в Фейсбуке, что на пересечении Ленинской и Льва Толстого нашли человеческие черепа. Страшную находку обнаружили во время перекладки трубопровода на месте старого кладбища. Помню, как еще в 90-х копали на улице братьев Коростелевых. Потом по близлежащим дворам долго валялись черепа и надгробные камни. Местная детвора растащила их по району, а мальчишки с черепами на палках потом пугали девочек, пишет автор.